Привет всем любителям денима и кожи. Сегодня у меня новостной ролик от компании Brave Star Salvage. Почему решил снять этот ролик? Потому что там началась офигенная распродажа, которая понравится многим. Кто раньше хотел купить джинсовую куртку на шерпе, вощеную куртку на шерпе, но всегда отталкивала цена. И многие не могли купить, потому что цена всегда была 168 баксов в основном. Это на вощеные куртки. На джинсовой куртке на шерпе было чуть подешевле, но с доставкой получалось почти 200 баксов. И поэтому многих отталкивало. Но сейчас там началась грандиозная распродажа. Давайте перейдем на сайт и сами все увидите. Итак, переходим на сайт компании Brave Star Salvage на вкладку «The Lone Wolf's Basement». «Подвал одиноких волков», если перевести на русский. Итак, раньше я вам показывал, когда здесь была распродажа, продавались джинсы по 68 баксов. И, конечно же, остался у нас еще распродажа, но, считаю, уже осталось только вот регуляр тейпер и скелетони скини в 29 размере. Это уже, в принципе, все разошлось. Просто офигенно. И дальше переходим, и вы просто офигеете. 4 куртки на шерпе. И все по 98 баксов. А изначально они были $168. И это финальная цена. С доставкой они у вас выйдут $133 США. Если смотреть по курсу, то порядка 10,5 тысяч рублей. Это я смотрел по курсу, который заявлен в Альфа-банке. Ну, конечно, когда покупаешь в Штатах, то получается рублей на 500 дороже. В основном, потому что у них какой-то там свой курс. Не как у нас в России, как мы привыкли. Итак, что же мы здесь видим? Конечно же, две вощеные куртки. Это у нас, как вы видите, цвета хаки первая вощеная куртка, которую, в принципе, многие не могли купить, но потом распокупалась. И многим она понравилась. Сделана из канваса вощеная куртка. И также вот еще черного цвета у нас вощеная куртка. И все куртки, как говорил ранее, они у нас все утепленные шерпой. Далее у нас идут джинсовая куртка. Первая черного цвета на черной шерпе. Из японского 14-унцового денима Eternal Black. Давайте зайдем и посмотрим. Здесь у нас, правда, уже остался только один размер. 3X Large Final Sale. Хотя еще недавно я заходил, почти все размеры были, потому что осталось их немного. Немного их как бы всего лишь было. И четвертая, конечно же, куртка, это у нас, как вы видите, 13-унцовая Dark Sky. Тоже отличный деним. Просто советую. Вот она еще, эта куртка, есть во всех размерах. Вот можете сами видеть, от X Small до 3X Large. Просто обалденные куртки. Просто вот советую. Цена просто офигенная. Вот. Можете видеть все сами. Очень интересны, на мой взгляд, эти курточки за такую цену. Цена просто... давно бы хотел купить себе такую куртку. Но сейчас опять же предложение появилось, но невозможно купить. Я бы взял вот именно эту, потому что это все-таки у нас сшито из денима от Conmills White Oak 13-унцового. Красивая, классический... синий индиго и белая шерпа. Просто обалденно. Просто не хватает свободных денег. Вот если бы у меня сейчас кто-то купил ремень, который у меня есть в наличии, да, тот же буйвола водяного или тот же ремень из американской кожи Хорвин, цвет Неви, то я бы без проблем купил бы сразу, заказал бы куртку и снял бы об этом ролик, и потом бы показал вам обзор на эту куртку. Вот. Можете видеть, это все-таки обалденные куртки на флисе, на весну, на осень. Некоторые даже еще и зимой в них ходят. Много раз видел, кстати. Вот вощеные куртки, в принципе, кому-то они нравятся, кому-то нет. Хотя, видите, размеров доступных практически нет. Есть X Small у того же цвета тан и X Large. А вот у черного канваса сейчас вощеные куртки посмотрим. Только остался Small размер. Быстро разбирают, в принципе, это остатки, которые вот... кто-то считает неликвидными, но компания Brave Star Sale очень долго не держит все эти пошитые вещи. Они их быстро распродают. Потому что, как они говорят, время – деньги, и должна быть наличка для того, чтобы заказывать новый деним, новые товары, ну, чтобы шить новые вещи и радовать своих покупателей и заказчиков, чтобы были новинки. Нельзя, чтобы залеживался товар готовый,
готовая продукция на складе. Ну, в принципе, это и правильно. Сейчас многие те же магазины закупают товар только штучно, чтобы не забивать склад, потому что бывает товар залеживается и вот так вот. Поэтому обалденная доставка. Давайте сейчас вам покажу, сколько будет цена с доставкой до России. Например, вот выберу свой размер куртки. Давайте добавим в корзину. И вот вы сами убедитесь, что я не обманываю. Доставка будет $35 в Россию. И вот вы видите, вот вы можете видеть, куртка $98, доставка в Россию $35. И всего получается $133. Сегодня вот я пробовал переводить при помощи калькулятора банковского, то у меня получилось 10500 по курсу Альфа-банка. Вот такая интересная распродажа. Поэтому все, кто мечтал о подобной куртке, хотел такую куртку, но отталкивала стоимость, советую, пока они есть. Потому что в прошлый раз, когда я людям советовал, когда вот это вот началась эта распродажа, покупать, кто-то меня послушал, купил, а кто-то вот решили подождать, и в итоге ничего не дождались. Все распродано. Поэтому советую. Отличная распродажа. Если есть ваши размеры, покупайте. Не держитесь, не дорожитесь. Потому что потом просто будет не купить. Я вот решил, что надо пользоваться таким приложением. Но сам пока не могу воспользоваться. Были бы деньги сейчас, я бы купил. Поэтому поддержите меня. Купите у меня сейчас ремень. Для того, чтобы я мог купить такую куртку и снять по ней обзор. Ну, в принципе, на этом и все. Свой ролик я заканчиваю. Под видео я оставлю ссылку на эту страницу и также свои данные для контакта, кто захочет заказать у меня кожаный ремень ручной работы. Все ремни делаю сам, ручная работа, и из дорогих материалов использую самую дорогую и лучшую кожу и хорошую, отличную фурнитуру. И все ремни делаю по вашим размерам, по размеру заказчика. И этот ремень становится истинно вашим. На этом свой ролик я заканчиваю. Если кому понравилось видео, ставим лайки и подписываемся на мой канал. Ну все, всем пока, счастливо.